Сборная Чувашии завоевала 5 призовых мест на 27-м фестивале «Российская студвесна», который прошел в Перми. Наши ребята вошли в число лучших в номинациях «Видеожурналистика», «Уличные танцы», «Драматический театр», «Малых форм», «Чир-данс-шоу», а также завоевали спецприз за исполнение песни. Всего в финале фестиваля «Российская студенческая весна» выступили 3000 участников со всех регионов страны.